самое главное, мой вам посыл. У нас просто должен быть коллектив невероятный, да? Прям все вместе, да, мы должны жить одним делом, одним коллективом. Все, давай, ребят, хотелось бы поздравить, да, всех ребят с выходом там из отпуска. Был представлен обновленный тренерский штаб. В него там вошли специалисты, которые ранее работали там в молодежной команде, да, и в том сезоне добились определенных успехов, завоевали бронзовые медали. Было сказано, что первоочередная задача Челмета – это подготовка ребят в первую команду. В этом году белые медведи, можно сказать, перешли почти полным составом в Челмет. Вот это как-то скажется на результате в дальнейшем? Несмотря на то, что первоочередная задача, да, еще раз повторюсь, подготовка к команде КХЛ, мы все равно ставим задачу, да, выигрывать в каждом матче, выходить и, так сказать, побеждать, потому что без побед, да, хоккеисты не будут расти, это 100%. Какая по счету эта предсезонка уже в твоей хоккейной карьере? Наверное, больше 10 точно, какая-нибудь 15. Как это всегда бывает, когда только отпуск начинается, думаешь, ой, еще столько времени, а потом бац, и уже вот на льду бегаешь. Как ощущения? Да все отлично, как всегда. С ребятами наконец-то встретились, там с новым тренерским штабом уже пообщались, поразговаривали, вот первый лед прошел, все позитивно, все круто. Ты в команде самый старший. Вот это как бы как самый старый или самый опытный? Ну, самый опытный я хочу, ну, пока я хочу так считать. Не знаю, кто как считает, но всего-то 28 лет. Конечно, хочется пример подавать, стараешься ребятам там, с ними как-то и говорить, там, направлять, если что-то, ну, видишь, как-то ну, не заставлять-то никого не надо, понятно, все хотят попасть в состав и играть как бы на высоком уровне. То есть... Владислав Сухачев на каком уровне играет? Не знаешь, сейчас посмотрим на него. В предсезонных играх на него посмотрим.